Ну что, осень, дамы и господа. Здравствуй, осень. Сразу захотелось надеть на себя что-то более уютное, теплое и приготовить что-то более уютное и теплое. А что может быть уютнее и теплее и вкуснее, чем? Чем хлеб, естественно, чем хлеб. Самое уютное блюдо, самое вкусное блюдо, которое может быть на этом белом свете, это хлебушек. Не могу сказать, что я очень часто пеку хлеб, но вот тот хлеб, который будет у меня выпекаться сегодня, он любимый в моей семье. Мой муж обожает этот хлеб. Хотя, кто его пробует, вот посторонние люди, не все сразу с первого раза как бы проникаются им. Это хлеб длительной ферментации, холодной длительной ферментации. Вообще в рецепте там 12-16 часов хлеб может находиться. Ну, такое уже замешанном состоянии. Я его этот раз вообще оставляла на сутки. То есть замесила, сделала несколько обминок, на ночь отправила в холодильник, ну, замесила, отправила в холодильник, достала, снова сделала обминку, затем снова отправила в холодильник. И вот вчера, это уже вторые сутки пошли, вчера у меня на ночь я его... Опять сделала обминку, перенесла в форму, в которой он будет выпекаться, и снова отправила в холодильник. И вот сейчас уже часа два, как у меня это тесто греется, уже нагрелось. Тесто такое нормальной комнатной температуры, и его уже можно выпекать. Но сейчас скажу еще что-то, а потом будет но. Тесто я поделила и кусочек оставила для того, чтобы приготовить еще одно изделие, еще одно блюдо, которое будет называться кныш. Сейчас расскажу тоже про кныш, а сейчас вернусь к но и скажу, что рецепт этого теста у меня есть видео в плейлисте, называется «Хлеб». И вот там деревенский чудо-хлеб. Обожаю этот хлебушек. Иногда его пеку наполовину с отрубями. Особенность этого хлеба, что сюда идет очень мало дрожжей. Но все равно он вот так вот поднимается. Хотя, ну что, можно хлеб выпекать без дрожжей вообще на закваске. Да? Кстати, хлеб на закваске у меня тоже есть на канале. И тоже есть видео с таким хлебушком. Вот 1/4 чайной ложки сухих дрожжей идет в этот хлеб. Но этот раз я пекла, еще не пекла, просто замесила тесто с живыми дрожжами, ну буквально маленький кусочек там, и вот что получилось. Моя закваска приказала долго жить, поэтому я пекла вот при помощи дрожжей. Я не считаю, что это прямо что-то такое очень вредное. Иногда можно. Вот. Значит, пока обратно накрою хлебушек, а это тесто, будущий хлебушек, а это с этим тестом сейчас будем разбираться и готовить очень-очень вкусный закрытый пирог, который называется кныш. Кныш. Поехали. Значит, что такое кныш? По сути, это закрытый пирог с начинкой. Он как раз характерен для вот той местности. Кулисы поправим. Больше это блюдо украинской кухни, Южная Россия, где-то белорусской кухни. Но, опять же, вот здесь, в нашей местности, да,
разные села, и в разных селах разные блюда, в зависимости от этнического состава тех людей, которые там проживают. Да? Если село больше украинское, то, естественно, там вот такие блюда. Если село больше молдавское, вот как у моей бабушки, да, там все-таки выпекались больше плаценды, вертуты, такие. Точно такое же изделие, только оно по-другому называлось, там типа там дециман, инвертит и так далее. Вот в селе, где живет моя свекровь, там вот как раз вот кныши они выпекали. В принципе, идея одна и та же, просто другие названия. А вообще кныши пекутся и с творогом, и с картошкой, и даже говорят, что с гречневой кашей. Господи, боже упаси, я ее и так не сильно хочу есть, не то чтобы еще в пироги отправлять. С грибами, не знаю, вот с мясной начинкой, но, наверное, тоже. А картошка, как правило, дополняется шкварками и луком. Ну, тут уже вариации на тему, каждая хозяйка какими фантазийными методами обладает, теми и пользуется. Ну, а если готовили это блюдо в пост, то, естественно, это была постная еда. Вот картошка, грибы как раз к этому подходили. Тесто у меня абсолютно постное. Здесь мука, вода и кусочек маленьких дрожжей. Ну и щепотка соли, потому что ни одно блюдо без соли не готовится. Бабушка когда-то говорила, что если делаешь что-то без соли, это делаешь для черта. А еще в некоторых словарях я прочитала, что кныш — это, ну, устаревшее, конечно, сейчас редко как так говорят, это так называли маленького ребенка. Малолетнего, неопытного человека тоже могли назвать кнышом. Вот такая вот история. Ну что, я буду делать сегодня этот пирог, этот кныш с картошкой, и добавлю лук. Вот у меня просто сейчас такая задача передо мной стоит — решить, буду ли я этот лук слегка обжаривать или не буду. Когда чуть-чуть притомить его на растительном масле, то это получается вкуснее. А для начала я, конечно же, сделаю еще одну обминочку теста, сформирую колобки, а потом, пока тесто немножко еще отдохнет, займусь картошкой. Мне очень нравится вот это тесто, которое идет длительной ферментации, и оно тогда, говорят, что более полезно, лучше усваивается. Ну и нам вкусно, но когда я угощала, ну, определенных своих гостей, особенно детки, вот не воспринимают его, потому что привыкли к тому, что все-таки должно быть тесто более, ну, даже сдобное чуть-чуть. Смотрите, оно живое. Оно со мной разговаривает и пузырики пускает. О! Можно было бы сделать один, теста не так много, но я раскатаю таких в два пирога. Пищит подо мной. Левой рукой придерживаю и подкатываю вот так пальчиками. Работаю подушечкой под большим пальцем правой руки. Этими пальцами тоже себе помогаю. И вот так вот подкатываю тесто. С тем, чтобы у меня получился, ну, почти идеальный колобок. Идеальный колобок был у моей бабушки. Я к этому пока только стремлюсь. Мягкое тесто. И возвращаясь к моему хлебу, когда я замешиваю этот хлеб, обычно я делаю его еще мягче, еще более таким вот напитанным водой. Этот раз я так предполагала, что захочу сделать и вот этот кныш, поэтому чуть-чуть меньше воды налила.
Все, сейчас накрою полотенечком. Пару минут, пока я приготовлю начинку, тесто еще у меня отдохнет. И все же я притомлю лук слегка. Это будет вкуснее. Не сильно мельчу его, режу пополам, а затем вот эту половинку вот так на три части и брусочками. Тут у меня греется уже сковородка. Еще не греется. Так, растительное масло. Сразу отправляю лук. И пусть он слегка спассируется. Шкварки этот раз добавлять не буду. А вот с картошкой поступлю следующим образом. У меня вот такой двойной нож, который идет для... Для чего же он идет? Для капусты. И сейчас им попробую нарезать. Получится очень мелко. У меня свекровь режет без этого ножа, обыкновенным ножом. И получается очень тонко, мелко, красиво. Но... Есть еще мандолина, но я думаю, потом ее мыть, доставать. Это вот это секирой мы быстренько сейчас настрогаем. Не надо стремиться, чтобы лук сильно зажарился. Чуть-чуть его только притомить. И мне нравится добавлять специи именно в масло, чтобы они маслом соединились. Говорят так, в Индии делают. И это становится... Они раскрываются за счет этого. Так, добавила куркуму, кориандр, немного куминя молотого. И у меня тут смесь перцев и чуть-чуть мускатного ореха туда. Быстренько на место специи отдельных, сюда вот картошка. Посмотрите, картошка у меня порезана довольно крупно. Здесь я сварила картофель в мундирах, но это совсем другая история. А в эту начинку картофель пойдет сырой. Так. Обязательно посолить. Так. И перемешиваем. Не надо бояться того, что картошка сырая. Это будет очень-очень вкусно. Она довольно-таки мелко порезана. Можно было бы еще изловчиться и порезать еще мельче. Вот сейчас я картошку смешала с луком. В луке, естественно, масло. Он жарился на масле. И она уже не потемнеет. Ужасную бумагу купила для выпечки. Она мне совсем не нравится. Поэтому застелю противень силиконовым таким ковриком. Бабушка делала в печи в круглых таких формах. У меня они, кстати, есть. Вот, когда я пекла вертуты, я показывала те формы. Но я не буду сейчас ими пользоваться, а воспользуюсь современными такими моментами и застелю силиконовым ковриком. Так. Припыливаю. Тесто очень-очень мягкое. Прямо я не забивала его мукой. Лучше вот здесь поверхность так присыпать, припудрить. Катаю довольно так тонко, но не до попечения.
папиросной бумаги, не до размера бумаги, потому что начинка у меня сырая, и пирог должен ее удержать. Это не вытяжное тесто, поэтому на руках или здесь же я его вытягивать не буду. Просто сделаю так, чтобы оно у меня не прилипало. А оно норовит это сделать, потому что довольно мягкое, не забитое мукой. Так, мне нужна такая круглая форма. Все, кружочек. Почти кружочек. Так как у меня предполагается два кныша, делю начинку на две части. Нормально. На соль попробовала. Ой. Такое тоже бывает. Картошка слегка опустила вот там жидкость. Ее стараюсь в сторону отодвинуть, чтобы... Ну, чтобы не протекло, не промок мой пирожок-кнышок. Так, начинку распределяю по раскатанной лепешке, начиная с центра, но стараюсь до конца не распределять. Так, и теперь... Фокус-покус. Я показывала такие плацинды когда-то делала. Делим эту лепешку на 8 частей. Сначала на 4. Так. И потом еще раз на 4. На 8 одинаковых сегментов. И получается такое солнышко, да? И теперь вот мне нужно это все закрыть. Начинаю вот с одного конца, вытягиваю. Потом вот эти вот лучики, которые вытянутые, они запекаются очень вкусно, их отрывать и есть. И вот так вот в центр закрываю. Некоторые делают так же, как я резала, с четырех сторон, с этой, потом с противоположной, по бокам, а потом вот эти вот дополнительные лучи. Ну, не знаю, правильно я объясняю или нет. Но я делаю так, как делала когда-то моя бабушка. Она шла по кругу. И за счет вот этого оно получается еще и немного как слоистое, потому что каждый луч друг на друга внахлёст так вот закрывается. И это очень-очень и красиво эстетически, и вкусно. По сути, это та же молдавская плацинда, которая жарится на масле. Но это дрожжевое тесто, и запекать я его буду в духовке. Все равно смажу силиконовый коврик, чуть-чуть сбрызну растительным маслом. Переношу туда. Сейчас камеру поменяю ракурс. Сделаю монтаж и покажу второй поближе, как я его разделываю.
Помазать надо дать для того, чтобы тесто еще поднялось. Духовку я уже включила. Включила ее на 180 градусов вверх-вниз. И проблема, что я, как Юлий Цезарь, хочу сделать несколько дел одновременно. Всегда тороплюсь, всегда что-то вот пытаюсь вместить неуместимое. Вот мне сейчас нужно решить. Я сразу туда отправлю и вертуты, и хлеб, или же только хлеб. Скорее всего, сначала я отправлю хлеб, а потом уже, когда хлеб чуть-чуть поднимется, будет все нормально, пойдут туда и вертутки. Хлеб уже поднялся. Ныши, привыкла, что вертуты пеку всегда. Хорошо, уже показывала, даже вот из формы он выходит. Я боюсь, что в духовке он прилипнет к крыше. Очень-очень мягкое тесто. Ну вот посмотрите, насколько оно будет, изделие уже хлеба, насколько он будет пористый. И вообще этот хлеб рекомендуется выпекать в казане, в чугунном казане. Но я пеку вот в такой стеклянной форме с крышкой. И с крышкой достигается вот того эффекта, когда духовку иногда обдают паром, для того, чтобы с паром выпекался хлеб. Так, все, это пока отправляем. Вертутки пусть поднимаются. Ну и встретимся тогда, когда уже будет все готово. Пришло время вынимать хлебушек и отправлять к ныши в духовку. Все, пекись. Встретимся минут через 30. А хлеб пусть пока тут побудет. Просто так на плите. Вот. Все замечательно. Единственное, накрою сейчас полотенечком еще. Пусть остывает. Хлебушек. Я думаю, что это готово. Пока это еще горячо, я смажу слегка. В данном случае оливковым маслом, а можно просто растительным маслом смазать. Накрою и дам им немножко постоять, для того, чтобы они пришли в себя. Но вот, чтобы показать, вот какое дно получилось. Я думаю, что будут очень вкусные пироги с картошкой, так называемый кныш. А хлебушек я все же испекла отдельно. Вот он такой у меня получился красавец. Тоже еще очень-очень горячий, но остывает у меня. Там внутри пористый, влажный мякиш. Очень вкусный, выдержанный хлеб. Это другая история. Если вы такое еще не пробовали, обязательно попробуйте. Мне же не терпится достать, показать, что оно горячий, парит еще. Вот. Вот прелестный, вкусный, замечательный хлебушек длительной ферментации с малым количеством дрожжей. Горячий хлеб, конечно, лучше не пробовать, но я вот кусочек обожаю. Вкусный, запашной, ароматный хлебушек.
пусть остывает. Вам желаю приятного аппетита, и пусть ваш день и ваша осень наступившая тоже обязательно будут добрыми. Всем пока-пока. И пусть весь мир подождет.